Каждодневно в образовательных учреждениях города проходит литературный марафон «Гамзатовские строки на карте Хасавюрта». 24 апреля конкурс состоялся в средней школе номер 4 и гимназии номер 1. Отправной точкой первых участников марафона стала сама школа, где участники показали сценический отрывок из жизни поэта. Далее участники последовали к следующему объекту. Это был Хасавюртовский почтамт. Тесно связав это место с творчеством Расула Гамзатова, ученики 4-й школы процитировали отрывок из произведения поэта «Письмо одного хунзахца». Глядит на дорогу горянка седая, конец головного платка теребя. Десятую зиму она ожидает, десятое лето цветы собирает, чтоб горными маками встретить тебя. Но ты ни зимою, ни летом не едешь, и нет от тебя долгожданных вестей. Старик письмоносец стучится к соседям. Всем известно, что Расул Гамзатов ввиду своей насыщенной творческой жизни побывал во многих странах мира. Соответственно, повидал и останавливался в гостиницах. Но куда бы он ни приезжал, лучшим местом для него оставался родной Дагестан. Последним пунктом марафона для участников 4-й школы стала библиотека. Далее эстафету передали гимназии номер 1. И первым значимым объектом гимназистов стал дворец бракосочетаний, у дверей которого была раскрыта одна из главных тем поэта – строки о любви. Если 10 любили тебя, истинных людей, огня не святой, среди них легко я скорбя, нахожусь я, Расул Гамзатов. Если без ума всего один от тебя, исконное Расул, знаешь, что это особо чертыши, говорит, именуемый Расул. Далее экскурсанты проследовали к мечети. Расул Гамзатов в своем творчестве особо обозначал тему, связанную с религией. Ислам как религия добра и справедливости в жизни каждого мусульманина играла главную роль. После участники посетили еще одно учреждение города – Центр занятости населения. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы друзей теряем, обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять – не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Двумя завершающими объектами литературного марафона стали здание городского суда и непосредственно сама гимназия номер 1, во дворе которой развернулось красочное выступление. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие работники городской библиотеки, работники управления образования и председатель общественной палаты Магомед Расул Шейхмагомедов. Кульминацией творческого торжества стало видеопослание дочери Расула Гамзатова Салихат Гамзатовой, гимназии номер 1, главному инициатору марафона Якубу Умаханову и всем хасавюртовцам. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».